Акт 3. Горящие мосты. Дислокация. Тибет. Время 06:00 по местному времени. Настоящее время. А я приветствую вас на канале Asmode Play. Играем мы Снайпер 2. Воин-призрак. Форум, вы все слышали. Можете подтвердить его рассказ? Понял тебя, Рейзер. Судя по снимкам со спутника, он не соврал. Тебе придется пробираться через систему пещер. Мы уже почти закончили с подготовкой торжественной встречи Хасана и Меринова. Поспеши или опоздаешь. Да, сэр. Такое событие я пропустить не могу. У нас нет никаких данных, там сколько противников в этих пещерах, и как хорошо они будут. Вам следует оставаться. Юниформ, у нас статические помехи. Судя по всему, камни мешают. Доложу, как буду наверху. 3-2, конец связи. Камни мешают. В почках? Иди за мной и будь начеку. Камни скользкие. Еще и меня учат. Держись! Услыхал. Черт. Ну не бубни ты. И ушел. Успокоился. Блин, ладно. Черт, винтовка, твою мать. Сколько патронов у тебя в пистолете? 15. Это, конечно, не прогулка по парку, но здесь немало темных мест, где можно спрятаться. И у меня еще остался бинокль. Как можно по-другому сказать «вниз, Коул»? Ну ты же герой, а я просто наводчик. Плюс это твоя винтовка. Проныра. Так. Перед тем, как идти по мосту, проверь прожектор. Если здесь поднимут тревогу... Стой! Из туннеля справа выходит патруль. Попробуем переждать. Конечно, переждем. Не горячись. Жди момента. Да вообще стою, не дергаюсь. Еще совсем немного. Подожди, а ты не пойдешь со мной опять? Ну ты тварина. Подожди, пока они уплывут. Давай. Все чисто, дождись прожектора. Ну зачем мне его ждать? Не. Я спрятался от него пока. Вперед, быстро. Давай. Я прошел. Хорошо, один противник у тебя на пути. Мне его больше нет. А, оказывается, патроны-то для меня тут есть. Ладно. Ну, надо пройти так, чтобы патроны-то... А то, если сейчас буду расстреливать налево-направо. Думаю, я уже немало тут сделал. Не слышится сожаление? Нет. Эргономика. Аккуратненько, осторожненько. Вы там, я здесь. Вы меня не трогайте, я вас. Ах, я бы еще понимал, о чем вы говорите. Я вижу патруль, движется по тропинке в твою сторону. Бог ты мой, здесь негде спрятаться. Лезь в воду, живо. Подождите. Ой. Ой, плыву. Холодненько. Холодна, как лед. Хочешь попробовать? Я тебе верю. Залезай на причал. Знаешь, яйца свои потерял. Нужно разведать, что там впереди. Сейчас, подожди минутку.
На. Спокойно, граждане. Бандиты, спокойно. Так, мне сюда, да? Ну, чтобы туда подняться наверх. Иди по верхней тропе, там будет меньше противников. Вот я туда и собираюсь. Здесь очень легко устроить засаду, будь осторожен. Стой. Стою, хоть дой. Попробуем переждать. Жду, жду. Двигайся по тропинке вглубь пещеры. Так, сюда мне? Не, не в эту глубь. Вот в эту глубь. Ну. Если убьешь часового сзади, постарайся оттащить его тело. Ну не получилось. Попав под луч прожектора, можешь словить пулю, будь осторожен. Понятно. Прожектор-то где? Тихо-тихо-тихо. Хоп! Эй, хоп! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пёрышко под ребрышко. Надеюсь, твой ливер в порядке. Следи за здоровьем. А то дело-то такое. Не ровен час умереть можно. Ну что ж. Наконец-то. Вижу свою винтовку. Надеюсь, что с ней все в порядке, потому что свет нужно как-то погасить. На стволе пара царапин, но крючок, оптика и газовая система кажутся целы. Хорошо. Уничтожь прожекторы всех врагов в его окрестностях. Так. Подожди, я сейчас высунется. Ну. Ну давай, выйди. Сынок. О, как арбуз разлетелся. Отличный выстрел. Знаю. Понял. И отлично. Но дорога не фонтан. Все, хватит с меня болтовни. Снимем их одновременно. Давай. Это хорошо, что ты на меня посмотрел. Над тобой уже возвышенность, поднимись туда. Иду. Ладно, я меняю позицию. Опять? Блин, ты что-то весь изменялся позиции. Не светись, не шуми. Давай, куда тут? На месте. Ну, давай посмотрим. На другой стороне я насчитал 7 противников. XM8. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Понял, я им займусь. Эх. В глаз. Отличная работа. Следующий. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Стреляли. 50 баксов, что не снимешь одним выстрелом ту парочку. Он труп. Готов спорить, что у второго был сердечный приступ. Но будь по-твоему. Еще так. Один справа. С моей стороны же. Цель не видна, не могу стрелять. Есть. Используй колокол, чтобы выманить его. В прошлый раз работало как по волшебству. Люблю повторять. Неплохо.
На. Готово. Так, осталось трое. Их тут еще много. Не могу прицелиться. Ладно, вскрываемся, другого выхода нет. За тобой. Блин. По твоей команде. Да я понял, подожди. Вот ты так говоришь, когда будто тоже будешь участвовать. Блин, вы так не ставите. По готовности. Ты попал в него? Бесполезный. Спускайся, пока они еще далеко, там ступеньки. Подожди тут. Смотри-ка, склад оружия. Похоже, здесь значительная часть их запасов. Оружие, патроны, взрывчатка. Должно быть, это один из их основных складов. Давай, мне к тебе бежать. СМ-8, слушатель. А, благодарю. Так, а у меня здесь что? Ничего нету. Давай. Добежали. Вот С4. Бери и начинай всем. Пожди, а ты чё? Филонишь-то, гад. Ставим. Начинай все минировать. Ой, здесь как все рухнет. Выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Ой, мама, не горюй. Еще и в пещеру пойдем там. Там, где засыпать будет нас. Нужно разведать, что там впереди. Думаю, дистанция достаточная. Пора запускать фейерверк. Не нравится мне этот звук. Бежим. Тут и так все держалось на честном слове. Это не только из-за взрыва. Я на месте. Пошли, пошли, пошли! Давай направо! Блин. Я за тобой. Как ты дорогу укатываешь? Ты крыса, что ли? Шевели задницу, иначе не успеем. Направо. Вверх по лестнице. Налево. Быстро. Прыгай. Прыгаю. Вот же дерьмо. Шевели. Да бегу, я бегу. Чё ты, блин, сам позади меня? Мне ещё больше видеть. Пошли, чё взрывать в горах. На глубине ещё, блин. В другую сторону. Осталось совсем немного. Сколько? Немного, сколько? Ты вообще как тут понимаешь, куда нам бежать-то надо? Ни разу здесь не был, но зато знаешь хорошо, куда бежим. Обычно бегут туда, откуда пришли. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Ну, увидимся в следующей серии. Пока!